команду верит и видит, что если мы так будем продолжать, то понятно, что мы можем занять. Но все прекрасно понимают, что есть потусторонние, да, какие-то моменты. Просто он не первый год в команде и в Украине и понимает, что может помешать. И что именно, я не буду сейчас ничего говорить. Поэтому все прекрасно понимают.